На фоне участившейся агрессии среди подростков и молодежи мы решили записать это обращение к молодым людям в надежде указать им на некоторые очень интересные моменты жизни. Дорогие родители, посмотрите это видео вместе с вашими детьми. В конце ролика есть небольшая просьба и вам. Дорогой молодой человек, мой сынок, моя доченька, позволь мне так называть тебя, я старше тебя по возрасту. Ты чудесный, умный, талантливый и уникальный. Больше в мире нет никого, даже близко похожего на тебя. Создатель всех миров, небес и земли избрал тебя, чтобы именно ты появился на этот свет. Чтобы ты рос в окружении близких, радовался своим успехам, чтобы ты находил друзей, чтобы научился преодолевать проблемы, чтобы ты приносил пользу этому миру, чтобы ты нашел себя. Кто-то удачно назвал молодых людей надеждой на завтра. Итак, ты мой завтрашний день. Тебе нелегко. От тебя требуют так много в школе, в семье, на улице. У тебя особая роль и огромная ответственность, я это понимаю. Но я хочу, чтобы ты знал, нет безвыходных ситуаций. Всегда можно найти выход. Не губи себя. Позволь себе быть счастливым, а мы, взрослые, поможем тебе. Ты только скажи, что тебя беспокоит, что тебе дается тяжело. Давай вместе расставим приоритеты. А ты знал, мой сынок, ты знала, моя дочь, что в исламе есть огромное преимущество. Все, сделанное с правильным намерением, может быть формой поклонения. Сон, еда, отдых, общение с друзьями – все это может приблизить нас к Всевышнему. Конечно, все люди по мере взросления совершают ошибки, и это часть жизненного опыта и процесса познания окружающего мира. Но ты должен извлекать уроки из своих ошибок и стараться не совершать их снова. Итак, какие конкретно советы я могу тебе дать? На данном этапе твоей жизни самое главное – это учеба. Шанс на хорошее образование недоступен миллионам людей во всем мире. Им бы хотелось поступить в школу или университет, чтобы научиться читать и писать, открывать для себя что-то интересное, расти как личность, но они не могут. Если у тебя есть шанс получить образование, не упускай его. Также найди время для спорта, отдыха, занятий любимым делом и помощи родителям. Много читай, развивайся, знакомься с аспектами ислама. Перед тобой открыт огромный интересный мир. Узнай все о том месте, где ты живешь. Общество может видеть тебя довольно юным и неопытным, но ислам считает тебя взрослым. С 14 лет молодой человек считается совершеннолетним и полностью отвечает за свои действия. Если порой тебе кажется, что ты не можешь держать под контролем соблазны окружающего мира, то знай, что в исламе есть ответы на все вопросы, стоит лишь изучить. Составь себе список целей, запиши свою конкретную мечту и распланируй свою жизнь такое, какой ты хотел бы видеть ее в идеале. Задай себе следующие важные вопросы. Какие у тебя основные цели в жизни? Чем ты планируешь заниматься в будущем? Что тебе интересно? Каким ты видишь себя через несколько лет? Какие страны ты хотел бы посетить? Какие иностранные языки хотел бы изучить? И напоследок, помни, по милости Всевышнего ты можешь искать себя и свой творческий потенциал. Ты сможешь найти работу по душе, друзей, которые тебя понимают. Ты можешь сделать этот мир намного светлее и добрее. Дай себе шанс. Дорогие родители, мы в ответе за наших детей. Возможно, неадекватное поведение молодых людей продиктовано желанием привлечь внимание взрослых. Молодые люди как бы говорят: «Вот он я, отвлекись, оставь все, мне плохо, обрати на меня внимание». Нам стоит быть более внимательными к своим детям, к своей молодежи. Большинство из них искренние, честные и открытые. Они так же, как и все люди, нуждаются в любви и поддержке. Давайте подарим им свое внимание и любовь. Давайте поможем им стать счастливыми. لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر
سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء